Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Вчера я записывала видео по новенькому буксу, называется EMD Books, как-то так. Значит, сегодня я хочу проверить этот букс на вывод. Сейчас рекламку свою закрою. Да что-то. Так, у меня на балансе 109 коинов. Минимальный вывод в рублях 100 коинов. 100 коинов равно 1 рублю. Если вы будете выводить в USD, то в USD, по-моему, 120 коинов минимум. Вот. Так. Давайте, где у нас вывод. Жмем. Как видим, минималка набралась очень быстро. Значит, у нас Pair, Perfect, Faucet Pay. Я на Pair. У меня стоит кружочек рубли. Можно перевести USD. USD, как я вот уже сказала, 120 коинов минимум. А в рублях 100 коинов, 1 рубль. Здесь уже по умолчанию стоит цифра у меня. Это рубль 9 копеек. Нажимаю вывод. Все, обработано. Видим, зелененьким загорелось. Переходим на Pair. Перезагружаю страничку. И 1 рубль 9 копеек прибыло инстантом 21 августа. Перевод выполнен, рубль 0,9. Вывод imdbooks.com. Ну, мой логин. Все замечательно. Ну, кто бы сомневался. У меня не было сомнений, конечно. Вот, букс, конечно, суперский. Реклама у всех гремит на весь интернет, друзья. У меня тоже запущена рекламка. Кому интересно, работаем. Ну, неинтересно, не работаем. Проходим мимо. Будут другие проекты, будут другие буксы. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.